Королева Испании Софии приняла участие в заседании исполнительного совета ЮНИСЕФ, который проходил в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Королева с 1971 года служит почетным председателем Испанского комитета содействия ЮНИСЕФ. Президент исполнительного совета поблагодарил монархиню за ее помощь детскому фонду. Мы все знаем о вашем давнем личном участии от имени ЮНИСЕФ в защите прав детей всего мира. Мы благодарим вас за неизменную приверженность и усилия, и за то, что вы здесь сегодня утром. В своем обращении к ЮНИСЕФ королева София обратила внимание на тяжелое положение школьниц, похищенных 14 апреля в Нигерии. Более 200 девочек по-прежнему находятся в плену. Их захватили боевики экстремистской группировки Боко Харам. Я хочу сказать их родителям, что ваши дочери – это наши дочери. Ваша боль – это наша боль. Ваша надежда – наша надежда. Королева София также поблагодарила членов ЮНИСЕФ за их благотворительную деятельность. Я желаю всем больших успехов в работе, потому что успех приведет к благополучию и развитию мальчиков и девочек всего мира. Они – будущее и надежда всего человечества. Королева Испании активно участвует в общественной деятельности и поддерживает еще ряд других благотворительных и просветительских организаций. Ее супруг король Хуан Карлос 2 июня отрекся от престола в пользу своего сына Филиппе.